Ребята, всем доброе утро. Сейчас 6 утра. Я встала пораньше, чтобы собраться, одеться и сделать сюрприз для Сары. День рождения, конечно, у нее еще не скоро, аж в ноябре. Но дело в том, что она не знает о том, что мы сегодня едем в Universal Studio. Она еще спит, но я ее бужу уже. Нам ехать примерно 1,5 часа в Орландо. Universal Studio находится в Орландо, во Флориде. И мы едем туда примерно 1,5 часа, и я думаю, что она уснет в дороге, и уже когда проснется, у нее будет сюрприз. А куда приехать? Universal Studio Orlando. Мама, этого не бывает. Да? Это не я. Это не ты. Это не я. Ты проснулась в Орландо. Это не я. Ты рано? Вообще не я. Ты рано? Я не могу своим глазам поверить. Да, моя зайка. Я скачала приложение Universal Orlando. Вообще здесь 3 огромных парка. Основной парк Universal Studio, Volcano Bay и остров развлечений. Мы сегодня идем только в Universal. Это вот эта часть. Смотрите, какой он огромный. Это Volcano Bay и Adventure. Если бы мы купили билеты на все парки, мы бы не успели вообще их обойти за один день. За один день возможно обойти только один парк. Трон с пончиками. Кафе Donuts. При входе, это мы еще не зашли в парк. Интересно. Видите, Америка готовится к Хэллоуин, и во всех крупных парках будут специфические такие зоны. Входные билеты в парк Universal, и это билеты для экспресс-линии, проходить без очереди. Очень удобно. Если вы приедете в Universal, советую вам именно экспресс-линиями пользоваться. Смотрите, сейчас 9 утра. И очередь еще небольшая. Воскресенье. При входе у вас берут отпечатки пальцев. Тебе нравится Гарри Поттер? Ты вчера смотрела 7-ю часть, 2-й эпизод? Ну, пойдем на поиски приключений. При входе здесь сразу аттракцион «Миньоны». Но мы идем вначале на Гарри Поттер. Такое впечатление, что мы находимся в Нью-Йорке. В старом Нью-Йорке. Атмосферно. Смотрите, мы уже пришли в зону Гарри Поттера. Это вокзал King's Cross, Лондон. Все хотят сфотографироваться с говорящей головой. Этот автобус из Гарри Поттера, помните, когда он сужался и раздвигался? Это дракон. С последней части? Ничего себе. Мы буквально вчера досматривали 7-ю часть, 2-й эпизод. И все то же самое, что в фильме. Все, мы идем с Сарой за палочкой волшебной. Целый магазин. Ну ничего себе, пойдем смотреть. Как в кино. Hello. Палочка выбирает волшебника, да? А как узнать, интересно, какая твоя? Такая? Она, да? Хочешь такой? Здесь вообще такая система, вы покупаете палочку с волшебством и можете на улице искать волшебные места, не отмеченные по карте, и подходить к этим зонам, делать волшебный взмах, специальное движение, и происходит волшебство. Thank you.
Так, здесь классно. Прям как в фильме, да, Сара? А ну покажи свою палочку. Вау! Мы сейчас идем на аттракцион, и нам нужно воспользоваться ящиком, чтобы свои личные вещи положить. И 1.5 часа бесплатно здесь. А куда мы заходим, Сара? О, это банк! Это банк! О-о-о-о, Сара! О, они шевелятся, смотри! Сара в шоке! О, представь! Мы буквально вчера смотрели на них. Первая локация с волшебством. Подходишь, палочкой делаешь. Вот так, чик. И вода льется у лягушки. Вау, Сара, да ты наколдовала, можешь попить. Да здесь тоже показано, как делать взмах. Вот, смотри. Вот так, чик. Крути, да. Еще раз. О, все, вау! Смотри, что ты сделала, Мэджик. А сейчас Сара будет пробовать баттер бир, как из Гарри Поттера, как пила Гермиона тогда. Детское пиво сливочное. Ну как тебе? И что напоминает по вкусу? Кислоту? По вкусу как квас со сливками. Очень вкусно. Мне нравится. Вау. Вот сюда. Сделала? Браво! Ура! Здесь еще одна есть зона в Гарри Поттер, где ночь. Где якобы на улице ночь. Очень интересно. А теперь мы идем на «Люди в черном» аттракцион. Воспользуемся нашими экспресс-проходами. Очень-очень быстро, когда вы проходите про экспресс. Всем советую. Мы же смотрели с тобой этот фильм. Ты рада? А помнишь тот пистолет, который он опознал? Такого нет здесь, да? О! Ребят, всегда берите экспресс. Вы будете гораздо быстрее проходить. У нас вообще никого нет в очереди. Смотрите. Видите, мы, где мы идем, пусто. Другая линия полностью занята. Вот
Wiggin' around and never finish high school. Welcome to a magical journey through my mouth. Карим, специально для тебя. Сара с палочкой. Rito, every time he wins a race, you guys go to an after party. You guys ready for the after party? Yeah. Yeah, right? Everybody. На аттракционе «Форсаж» не разрешали проводить видео и фотосъемку, поэтому мы не снимали. И было, в принципе, весело, мне понравилось. Мне все аттракционы нравятся по-своему. Сара, какой тебе больше всего понравился аттракцион? Гарри Поттер. Гарри Поттер? Ну вот. А сейчас мы идем на аттракцион «Трансформеры». Сразу на входе нас встречает трансформер огромный. Церковь, я бы даже сказала, это церковь, надгробья, заброшенная церковь, ничего себе. И смотрите, целый сад в тыквах, очень красиво. Да, здесь тоже звездочки есть, как на Аллее Славы. Лес тыкв. Классно, да? Сейчас идем на мумию. With your souls, I shall rule for all eternity. Serve me and say the riches we have. For a few. Я уже не могу говорить, мы сейчас в пробку Потому попали. Мы когда выезжали из аттракциона «Люди в черном», нам стерли память, поэтому я не помню, как меня зовут и куда я еду. Ты на самом едешь деле, в Лос-Анджелес? Лос-Анджелес? Если бы. Я еду в Палм-Харбор. И это было так круто, настолько потрясающий день. С самого утра горки, с самого утра аттракциона. И я вам советую просто, ребят, если вы хотите пойти в Universal или в Диснейленд, обязательно берите экспресс-пассы. Лучше не пойдите, скопите денег, но возьмите дополнительно попозже, там, я не знаю, через какое-то время, когда накопите экспресс-пассы, потому что это очень спасает. Там были такие очереди, что мы проходили мимо людей, думали, что мы бы точно не выстояли. На некоторые аттракционы мы ходили по 2-3 раза, потому что они были очень крутые. Например, мы ходили на Гарри Поттера 3 раза. Еще на какой-то мы ходили 2 раза, я уже не помню на какой. И на все остальные мы успели пойти, а если бы у нас не было экспресс-прохода, мы бы за один день не прошли один парк. Представляете, мы с самого открытия, с самого утра до вечера были, и мы бы не... Кстати, в 5 закрывается. Вот сейчас, когда лето закончилось, в 5 часов закрывается парк очень рано. Это был... Именно Universal закрывается, а Вулкан, он закрывается позже. Он закрывается в 8. Уставшие, и Сара не может нарадоваться палочкой своей. Смотрите, мы купили в парке Гарри Поттер. Специальную палочку в специальном магазине. Она, кстати, ну вот такая интересненькая. Они были очень разные, какие угодно. И знаете, в чем отличие этой палочки? Там были разные. Вот в этой есть такой вот наконечник в виде лампочки. И это специальные палочки, которые реагируют на волшебные зоны в парке аттракционов, что были еще без фонарика. Как нам объяснили, упаковки, на которых золотая надпись, они срабатывают именно в этих зонах в парке, где можно колдовать, как Сара колдовала сегодня. И представляете, мы купили палочку, и написано, что это палочка Гермионы. Так мило, мы даже как бы не думали об этом. Сара ее выбрала. И мы не читали название, а когда приехали домой, увидели, что это палочка Гермионы, поэтому нам стало вдвойне приятно. И мне тоже было приятно, как ребенок, я очутилась в сказке сегодня.
И вот эта карта была в этом наборе с палочкой. Прикольно. Такая гениальная идея. Вообще там люди, даже взрослые, ходят в этих мантиях с этими палочками, колдуют там, и это фотографируется. Это так интересно, настолько... Люди окунаются в эту атмосферу детства. Я, если честно, тоже окунулась вместе с Сарой. Мы так отдохнули хорошо, кайфанули. В общем, я очень рада. Сара безумно счастлива. Мы дома и будем сейчас разбирать. С этой палочкой, я знаю, можно по всем паркам путешествовать. Если, например, вы пойдете... Если, например, вы поедете в Лос-Анджелес или в Японию, где есть Гарри Поттер, там срабатывает эта палочка. Еще они могут вам ее обменять, если она у вас вдруг не работает. Мама, да. Мне кажется, что вот это самая сложная фигура. Буква S, как Сара, и еще завернуть наверх. Да. И вот такая вот палочка-выручалочка. Стоит эта палочка $50, если вам интересно. И если вы собираетесь во все парки в Орландо, Дисней, Universal, все парки Universal, их три, то я советую на несколько дней переезжать. Не за один день, а за 2-3 дня. Если еще Дисней дополнительно, то еще день как бы дополнительный. Так что вот такие пироги. Да, ну что, буду прощаться. Всем спокойной ночи. Будем ложиться спать. Спокойной ночи. Пока-пока.